Reserve time. Alliances, turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ursa Warrior. Virtus Pros, turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 5 seconds remaining. Еще Иван. Сначала я начал фразу только для себя, закончил для вас. Спасибо большое, Иван. Спасибо за это великолепное слово. Доброго времени суток, дорогие зрители. Колдовать будешь? Я могу, конечно, колдануть. А мне дадут возможность колдануть? Магия разрешена у нас. Давай. Бомбарда максимум. Сава. Спасибо. Все. Нет вопросов. Никаких. Какие магам вопросы не задают. Да, я на самом деле уже даже начинаю побаиваться. Ну что ж, а у нас тем временем Virtus Pro выходит против четвертого своего соперника. Пока что у них 3-0, они обыграли главным достижением. Очень сильный стер Блейдом. Две из трех как минимум затащили. Одну я... Все хорошо, все нормально, я уже. У тебя все великолепно. Ты бесподобен. Что оно само пошло. Ну что ж, и давай пройдемся по героям. У нас тут и предикшены сами себя также не поставят. Итак, команда Alliance SFO будет играть на Death Prophet. На Леоне будет у нас катать Акке. Лода будет играть на Урсе, Висп от EGM и Адмирал Бульдог на Бетрайдере. Да, ну и команда Virtus Pro. ФНГ будет катать на Вич Докторе, Йоку будет играть на Tidehunter, God Invoker, Aloha Dance на Terror Blade и No Fear Vengeful Spirit. Так, первый герой, который наберет 15 динаев. Давай, Урса или ТБ? Я ставлю на Инвокера. Я ставлю на Aloha Dance. Первый Рошан. Ну, Урса должна быть. Alliance. А я ставлю за Дайр. Плеер. В конце игры самый большой нетворс. Наверное, Aloha или God. Ну ладно, если уж я поставил на Alliance. Я как настоящий патриот, я ставлю на Alliance, потому что ни одна команда, на которую я ставлю, не выигрывает. И как бы все, кроме Денаев. С Денаями, я думаю, справятся. Ты успел? Все, я успел. Красавчик. Все, ну и у нас поехали. God забирает Баунти руну снизу, сверху достается EGM. Также мы видели, как Ноуфир разбил один вард и небольшое преимущество тем самым для ВП по Вижену. У Alliance стоит вард на вот этой горочке около Рошана. Ну и два варда ВП, один стандартный на верхней линии и один на миде. Такой довольно защитный. Инвокер сегодня от года уже был. И у него было все очень хорошо по игре. Посмотрим, что... СФО разминает года. Год, приходится отходить, присосались с Сифоном. Очень неприятно ему. Фласка уже пришла, можно отпиваться. А можно и просто тангусами пригенить. На самом деле, он съел вот этот великолепный танго. Великолепный танго? Ну, он на самом деле великолепный, он тебе намного больше обычного. Ой, Бульдог, Ферзблад забирает Алоха. Жестко Алоха его размял, буквально на первом левеле. Вот эта форма для ТБ дает слишком много. Так, ну и Тайтхантер, мы видим, что ушел в леса. Ему ничего не угрожает. Оставил на фрифарме пусть Урсу, но
Не знаю, по-моему, вот реально Урсу оставить на флипарме не так страшно, как того же там Террорблейда или много других героев. Если ты Террорблейда доставляешь одного, он тебе спушивает без проблем тавр очень быстро, и, возможно, даже два, он очень быстро разгоняется. Если ты какого-то того же инвокера оставишь без контроля, тоже очень опасно, потому что как только он берет свой медасик, он дальше летит очень стремительно. Ну, инвокер тут не самая простая линия на этот раз для года. Ну, его охраняет нон-стоп ФНГ. Да, но все равно против Деспрофит стоять явно сложнее, чем против Зевса, и здесь будет не все так просто. Сергея Брагина. Даже то, что ФНГ просто стоит, он ворует экспу. И год медленнее разгоняется. Вот. Отогнали его за тавр. ЕГМ разминает, не стоит забывать о том, что есть каски. Ну, тут крипов слишком много. Пошли каски по ЕГМ, отлетают. Пошел Cold Snap, пытается его загнать. Маледиктом не попадают. У ФНГ могут быть проблемы. Тоже погибает первый. Все-таки погибает первым Висп. Ну, понятное дело, делает ответный фраг СФО на Виспе. Ой, на Вич-докторе. Вич-докторе, да. Но и очень неплохо подразмял год здесь. Год, как мы видим, не экзортовый. Инвокер будет авексовый. И будет чаще нас радовать своим черным торнадо. Тем самым. Да, ну и Лоха под вышкой стоит. Без проблем фармит. Да, Лоха... С топориком и с его атакой не так уж и трудно добивать крипов, на самом деле. Очень быстро еще эта атака растет. 3-2 прибавка к основному атрибуту, поэтому с каждым левелом все проще и проще. Ну и да, как ты отметил, с топориком. То есть тут, если он включает форму, у него просто очень много урона. Если он без формы, то у него лучше работает топорик. Ну и в принципе, Лоха как бы по микро-скиллу... Всегда был очень хорош, с этим особо никто не спорит. Йоку, третий левел, возвращается в леса, 10 крипов, все у него неплохо. Если мы посмотрим на бульдогу, у него третьего еще нет. И как ни странно, но Тайдхантер опережает пока что. На миде нападение на СПО, СПО будет ли Сифон? Висп его подсейвливает, пошел Сифон в года. Маледикт работает, но очень много хп восстановил. Сейчас СПО и добивают года. Вот это Банша, насколько она сильна на центральной линии. И даже вдвоем с ним не справились. Висп, конечно, очень сильно помог. Ну, тут ФНГ выбрал атакующий вариант, скажем так. Он прокачал Maledict вместо Voodoo Restoration. Был бы Voodoo Restoration, мне почему-то кажется, что выживал бы здесь год. Но, с другой стороны, и не напали бы тогда на СФО. Так, у ЕГМ большие проблемы, он под Maledict'ом, и он, скорее всего, погибнет. Последняя тычка, да, добивает его инвокер, и килл достается году. Ну, пока что на центральной линии легкое преимущество, я бы сказал, у Банши, даже не у Alliance, а вот именно Банша чуть увереннее себя чувствует. Ей, потому что здесь абсолютно ничего не страшно. Видим, что год стоит с статистикой 7-3, Банша 12-4, плюс она убила Вич-доктора, она убила инвокера. Пятый левел, третий Сифон. Кмасаки. Что он хочет сделать? Ну, задумал гадкое, может быть, хочет за вышку в спину зайти? ФНГ под кларити. Ему сейчас уже готовы объяснять, но здесь вард стоит, и он все прекрасно видит. Он просто сейвит Урсу, которая бьет тавр. Здесь же Висп подтягивается. Вышка забирается, забирают также на Уфира. Ну, да, как-то получилось все слишком хорошо для Альянса. Они не только забрали тавр, но еще и в бонус к этому забрали одного из суппортов. Очень хорошее начало для шведов. Ну, ФНГ... ФНГ Full Spirit, я не знаю, что произошло. На самом деле, ФНГ там тоже по лезвию ножа ходил. Ну, было понятно, что есть какой-то вижен, что слишком хорошо себя чувствует. При том, то, что сами вы повидели, что заходил сюда. Тем временем на миде в инвокера всасывается Деспрофит. Очень много кто потеряет. И еще один Сифон, и забирает года. Сифон. Трудновато году, на самом деле, уйти. Вот эти виспяты его замедляют, присасывается СФО, и эскейпов как таковых нету больше. Да, вроде начинается... мувспид большой, но... Под пуш топа. Слишком сильно замедляет Банша, и да, под пуш топа идет, но здесь притягивается бульдог. Вот то, о чем мы говорили, что если Террорблейда оставить одного, то он довольно резво начинает ломать вышку. Правда, Урса сломала еще быстрее. Да, но там старался ТБ держать все-таки лейн ближе к себе, чтобы да, ему были опасно. Отводы. Ему опасно к Бэтрайдеру подводить, потому что Бэтрайдер будет качаться быстрее, и вышку забрать тяжело, и сам ТБ довольно хлипкий. Его могут размять. Винга, кстати, качается без ауры. Необычный скилл билд. Выход мидл, пошел торнадо на СФО. Есть cold snap, отходится на ульфир. Есть стан, ЕМП, вейл террор. И СФО здесь, скорее всего, погибнет. Да, так и есть. Скилл достается в Vengeful Spirit. Хорошо, но ульфир обошел сейчас. Не было у СФО никакого вижена. Он понятия не имел, что его обходит суппорт. И под сейва тоже никакого не было. А вот Рошан. Момент... Да, тот самый Рошан. Ты ставил на Урсу, и, возможно, ты был прав. Но, кажется, идет сюда кто-то чекать.
смотрим. И визу ФНГ, этого не знаю, это ФНГ. Может играть каски, ЕГМ, буквально пару тычек. Да, ЕГМ взрывается в шок-клэп, но Лода никак здесь не достанет ФНГ. Он еще и под маледиктом, поэтому лишний раз рисковать не стоит. Вот не дают, не так просто забрать этого Рошана. Постоянно будут ВП его чекать. И у них преимущество темной стороны. По статистике, вообще, у нас темная сторона слишком часто забирает Рошана. На самом деле, у нее и винрейт очень большой был на Манила Мейджоре. Во многом из-за этого показателя. Но Лод не унимается. Ну, как и ФНГ, по сути, который готов снова зачекать Рошана. Аки. Аки видит. Аки дает кекс. Но Рошан еще очень-очень... Торнадо мимо. Аки попадает под ГМП. Вейл Террор успевает дать подкоп. Ну, Урсевича выгнали из Рушпита. Подходит сюда Банша. Можно попробовать через экзорцизм. Напоили бутылки Лоду, чекает No Fear примерно ХП Рошана, но каждый раз, когда они сбивают вот эти Фури Свайпс... Да, Фури Свайпс там очень быстро падает с Рошана. Вот это чтобы специально, чтобы не обузил так сильно. Урса перетягивается с ТБ сейчас сюда. Есть ПТшка, есть форма, не так много маны, но 10 стиков и в принципе хватит. И оставляют Бульдога. Бульдог сейчас подпушит топ, может быть заставит как-то смещаться. Ну просто расходятся Альянс, они стянули сюда соперника. Скан отличный, знает, где находится Virtus.pro. Надо спрятаться сейчас Лоди, чем он и занимается. Да, Лоди. А если он сейчас пойдет фармить лес, он погибнет. Возможно. Но идут обратно. Virtus.pro заходит сюда Банша. У Банши могут быть огромные проблемы. Экзорцизм не успевает подключить. Есть Ревач, отличный от Йоку. Баншу стирают в секунду. Также падает Вист и на Рошана. Да, пока есть форма, которая только-только прожата. Начинают бить Рошана. Есть Турса, понятное дело, что он никуда не пойдет. Леон не имеет пальца, поэтому даже быстро выключить кого-то не получится. Бьют Рошанчика. У Виспа нет релокейта, он не привезет сюда Баншу. Есть ТП на Т1, чтобы пытаться выиграть время. Торнадо. Нет, поздно. Рошан падает. Рошан падает. Ты проигрываешь ставку, я выигрываю. Но это только первое. Пошел у нас в No Fear'а Лассо минус No Fear. Размен, но очень слабенький пока что. И очень довольны должны быть Virtus.pro. Они украли, самое важное, они украли Аегис Урсы, плюс дали это Аегис ТБ. Для ТБ это очень приятно, потому что теперь его забрать очень тяжело. Его забираешь один раз. Каски по Лоди, отталкиваются от Виспа, летают туда-сюда. Ой, какой долгий станд Фюаки подошел разделить дэмэдж. Прожимается экзорцизм. СФО очень хочет забрать вышку. Пока нету у Тайдхантера Реваджа, пока нету формы у ТБ, несмотря на наличие Аегиса, не могут Virtus.pro круто принять драку и спокойно отжимают вышку Элайнс. То есть довольно грамотно сейчас действуют. Как бы... стараются те минусы, которые были в прошлой драке, использовать себе в плюс. То есть, да, они проиграли, но соперник потратил свои большие кулдауны. Можно выйти и неплохо подраться. И тем самым вторая вышка падает уже в УВП силами Альянса. Вот они графики. Пока что ни у кого особого преимущества. Лох отбивает вышку на топе. Аегис, Огр Клаб. Ну, понятное дело, что это... Драгонлэнс будет. Стандартный артефакт сейчас для ТБ. Да, очень тяжело к нему подойти, и когда он с Драгонлэнсом, он за время того, как ты к нему подходишь, тебе слишком много дэмэджа вписывает, и убежать от него также. Да, в момент, когда ты думаешь, что пора отходить, тебе все равно в спину еще залетает 4-5 тычек, и этого тебе за глаза хватает, чтобы умереть. Так, Урсевич у нас подфармливает леса, 7-й левел. С момчиком, ЕГМу нужен 6-й. Вот с появлением 6-го на ЕГМе, я думаю, игра Альянсов должна преобразиться. Все-таки эта команда очень хорошо играет с Виспом. Является одной из опаснейших команд с Виспом. И именно его стараются банить, как там, ну, наряду со всякими фурионами, медведями. Бэтрайдер берет себе блинк. Вот Бульдог вынес первый атакующий артефакт. 6-й левел на Виспе пока что еще не получить. Нужно еще пару пачек убить. И в смоках выходят у нас сами ВП под Аегис. СФО очень аккуратно стоит на горке, его не видят. У него хороший вард. Бульдожа. Смок ответный. У него есть смок. Даггер, можно запрыгивать на хайграунд. Прыгает, нашел No Fear'а, пошли касточки, успеют ли забрать, пошла задувка, нет. Не хватает сил и желания скорее. Ну, во-первых, еще не перетянул сюда Урса, хотя ну, вот мы видим... релокейт есть, да, у ЕГМа. У Виспа есть шестой. Ну и плюс увидели ТБ с Аегисом, увидели Тайдхантера за спиной, у которого есть Реведж, и поняли, что лезть нельзя. Если бы полезли, конечно, драку бы проиграли. Против Аегиса выиграть абсолютно нереально. В итоге ВП забирают центральную вышку через Fortification, а Альянс попробует забрать верхнюю. Но, да, там шансов пока маловато. Перетягивается ТП, прилетает год.
Какой-то торнадо. Ну, вообще, висп на хосте. Торнадо не попадает в виспу. А если попал, было бы неприятно. Да, как раз диспелил бы хосту, и все, и висп остался там. Йоку. Есть Ревэдж. Бэтрайдер фармит. Видит сейчас Алоху. Алох и Аегис, и на него нападать не нужно. Бульдог. Дают вижен по нему. Убегает No Fear. Ну, бульдог точно прыгать не будет. У Аки пока нету. Дайгера, свап, получает стан СВО, пошли касточки. Можно и Рэвич дать на самом деле, но обошлись без него. Чиз Дезвард. Да, как-то совсем забыли про свап Винги, спокойно свапает СВО, забирают его, и легкий фраг для ВП получается. Да, надо в ответ хотя бы вышку забрать, Alliance. Ну, заберут, скорее всего, хотя стягивают сюда ВП и тоже попробуют разменять. Бежит уже сюда Винга, Урса. 90 хп, 30 и добивают вышку. Ну что теперь? Ничего, просто отойдет, я думаю. Даже остается. Way of Terror, No Fear. Ну, что он может предъявить Урсе? Ничего. Да, но Эна тоже ему пока нету блинка, не может быстро напасть и сгрызть. Даже блинк появляется у Тайтхантера. Неплохо. Арканы, блинк, решил в обход Мекки идти Йоку. Да, такой инициатор будет. Пока что очень хорошо Virtus.pro получается инициировать. Боже мой, второе предсказание. Мне осталось только, чтобы Альянс победили, и я справлюсь. А какой у тебя еще? А что, я не помню, что там последнее было, связанное с Нетворсом. А, так, ну году надо, чтобы был самый большой Нетворс. Пока это не работает. Я ставил на Урсу. Ты ставил на Урсу? Да. Ну, то есть, пока это тоже не работает. Виспа запрыгнули на ЕГМа, будет ли стан? Стан в ЕГМа, ему вроде как бы кастануть релокейт, пошел в Way of Terror. Да, он делает релокейт. А ему столько накидали, что не факт, что он выживет. Но он под фонтаном отпивается ботлом, так что поживет какое-то время. Так, сейчас будет ли тот самый обуз через телепорт? Ну, наверняка. Или... Смотрим. Не, он просто возвращается. Просто возвращается. Тизер, крипа, ЕГМ. Начинают его здесь разрывать. А почему даже не попытался? Может быть, думал, что дадут стан в любом случае. Возможно, уже пофиксили. То есть там ну, же... я видел, что пытались. Может быть, просто не стал. Может быть, мы чего-то не знаем. Это, опять же, вопросы к НСу, эксперту по фишкам. Так, ну и тем временем, пока забирали виспа, на самом деле закончился Аегис. Много времени выиграли Альянс. Они подпушивали все линии, они много фармили. И, как мы видим по графикам, пока что, несмотря на вот эти вот размены, держатся... Ну, чуть-чуть ВП выходит вперед, но совсем чуть-чуть. Сейчас все будет зависеть от следующей драки, вернее не все, а очень многое, потому что есть Ravage, есть довольно скорое появление Равшана, 2 минуты остается до него. Да, ну с ТБ надо что-то делать. Урса, конечно, тоже набирает, но Урса против ТБ в суперлейте это не боец, я бы сказал. Все-таки слишком большое количество иллюзий, с которыми здесь справляться Сандер. Может только Леон. Сандер, которому нет ответа. Очень тяжело будет против Сандера бороться. В смоках выходит, Вич-доктор идет первым. Хотя это не самый лучший инициатор в данной ситуации, но тем не менее бежит он. Лучший, наверное, Тайт. Спрятался у нас Адмирал Бульдог. Мастер по вот таким вот хитрым маневрам. Заканчивается смок в этот самый момент, но... Да, террор пошли. Заметили. Свап, каски, маледик, стан. И Бульдог отсюда, понятное дело, не уйдет. Терр Блэйд забирает свое. У него еще и руна дабл дэмэджа, если что, была, поэтому у него 465 урона. Там просто без шансов. Ну да, но здесь это не так сильно повлияло, потому что не так бы Бульдог забирали. Алох у нас выходит на первую позицию, обгоняет Лоду, но следующее действие, смотрим, Йоку, спалил ли он свой блинк или нет, тяжело сказать, здесь рядышком Висп. Прыгает Йоку, но не сразу понял, где находится ЕГЭ. Каски возле крипов, Маледикт, торнадо в никуда. Просто оставайся здесь, дружаня, извини, но на самом деле все правильно делал. Ну, понятное дело, что подставляться не хочется и отдаваться вместе с виспом, но выглядело это забавно. Отрезал, как знаешь, этот, как веревку. Ну-то, возможно, висп только катился и кричал: брось меня, капитан, когда веревка уже была перерезана, да. Перережь канадцы. Так, находит вингу, пошел хекс, будет станчик. Врывается Бэтрайдер, да? Очень неплохо, Вингу забирают, будет ли Сайленс сейчас? Будет ли Сайленс на Алоху, у него есть Сандер. Пошел Сандер, Бэтрайдер очень больно, Сандер отлично отработал, Аки пробивают, есть Бингер, минусует Алоху, Урса врывается, минус Вич-доктор. Раскастовался у нас С4, Йоку.
Йоку пробивают, минус Йоку, это минус 4 восполнения. Не хватало там очень сильно года, который сейчас демонстративно покупает свиток ТП на лавке, при том, что ТП можно было на Т2 сделать без труда, как по мне. И поучаствовать в файте. Ну вот она, та самая глобальная мобильность. Очень быстро перетянулись Урса с Виспом. И отлично сыграно от Леона. Успел раскастоваться, забрал вражеского кэрри. Несмотря на наличие Сандера, слишком тяжело пришлось. И сразу же переходит в пуш тир 2. Ультимейт Банши еще некоторое время будет работать. Да, как раз под конец фортификейшена он заканчивается и отходит. Ну и Лайонс должны быть довольны. Лода опять топ-1 по нетворсу. Отыграли порядка 1000 голды. Плюс еще получают немножко свободного времени. У соперника самое приятное, что они выиграли драку, когда у соперника были все спылы. Они вынудили потратить и Ravage. Ну, Сандер, наверное, не так важно. Хотя, опять же, кулдаун большой на первом левеле ультимейта. Но очень приятная драка для шведов. Вот он, Висп, потихонечку себя реализует. Да, ну и что? Что делать сейчас? Virtus.pro. Надо укреплять террорблейда, чтобы не так просто его было с пальца снести. Манта. Потому что 1000 хп это сейчас маловато. Вот реально маловато. Манта стайл это начало, потом надо какой-то скади сразу забирать. Ну, либо Блэкинг Бард. Мант просто от сайленса даже. То есть сейчас пока что еще сайленс не так долго длится у больших, но в будущем это будет очень жестко. Плюс манта даст немножечко хп. Да, конечно, террорблейд без Блэкинг Бара он очень уязвим к магическому урону. Все мы знаем, насколько он прочный по своим характеристикам брони. Ну, а здесь на самом деле всем по барабану на броню. Ну вот как бы Урсана тебя будет забирать. Ну как? Свайпсами. Ну, Death Prophet, в лейте, конечно, не так хорошо работает у ультимейт, но ты прав, есть Сифон, есть Сворм и очень много магии. Пока что очень много магии. И хватает ТБ, все-таки он слишком хлипкий. Вернулись в свои леса, просто фармят. Я удивлен, потому что вроде бы как нету реведжа, и самое время выйти, навязать какую-то драку. Может быть, под Рошан ее собираются сделать. Вот смог. Вот, пошел вот, как смог раз та самая от Outlines. Рошана еще нет, но он прям вот-вот появится. Ну, если кто выигрывает эту драку, тот сейчас, возможно, заберет Рошана и получит очень большое преимущество. В инвизе Death Prophet, но стоят отличные варды. Вообще позицию ВП очень-очень хорошая. Сейчас иллюзию отправят вперед. Но Alliance очень и очень аккуратная. Ну, правильно делают, им незачем сейчас ломиться просто так на рожон. Да, все, увидели Бэтрайдер, увидели Firefly. Появляется Рошан. Да, но здесь иллюзия, которая все палит. И Ravage откатил, поэтому драться не очень хочется. Отходит. Хотя Урсайд быстрый убийца Рошана, тем более с момом. Но не стали рисковать. Ну, недостаточно пока что быстрый. Тоже фармит себе БКБ Лода. Если он его зафармит и вовремя прожмет, может неплохо получиться. Сайленс мы видим у Инвокера. Очень неплохо против практически всех героев и той же Урсы. Но если Урса соберет БКБ, у Банши уже есть Юл. Поэтому пока что Сайленс рискует стать неэффективным. Разве что только против Леончика. Ну, тоже неплохо, но все-таки хотелось бы коров затыкать. В итоге отступают, понимая, что есть все абсолютно у ВП. Опять Алоха выходит на лидирующие позиции по фарму. Но я думаю, что кто победит, то у того фарма-то и будет больше. Ну, по факту, да. Ультимейтор появляется у ТБ. Чуть-чуть до манта стояла. Должен сейчас уже дофармить его. Вряд ли куда-то идти без него стоит. Они просто с лодой в притирочку идут. Так, ну и сами ВП тоже очень быстро заберут Рошан. Да. Да, Алакрити, Террор, есть гаш, если сбить чем-то линку. Станом винги в идеале сбивать. Заходит на Рошан, но Висп, все помним про наличие релокейта, хотя Висп на самом деле приходит на Рошана первый, даже без релокейта. Находит его, Тайфхантер начинает разминать. Пошел ультимейт Банши, Террорблейда свапают, Террорблейд живет. Банша очень жестко подставилась, поднимает себя в Q. Да, очень неплохо, и Висп ее релокейтит, какая игра от Еджема. Но все-таки могут Баншу пробить. Пошел Сандер, влетает Турса. Забирают вингу, очень битый Алоха. Сандер уже потрачен. Алоха очень неплохо танковывает. Но Алоха все-таки должен здесь погибнуть. Последняя тычка. Уходит. Иллюзию использует. Еще чуть-чуть. Алоха нет. Алоху забирают. Иллюзии также падают. Это минус 3. Потрачены все стулы. И Рошана заберут у нас Alliance. Да, великолепная игра от EGM, он тут явно MVP этого файта, так точно. Как же он спас СФО прямо из-под Ravage, увез его, отхилил, СФО вернулся практически в фуловый файт и еще и с экзорцизмом, в то время как у ВП уже ничего не осталось.
Я не совсем понял, куда потратил Терраблейд свой Сандер, но, по-моему, он немного зафейлился, мне показалось, и не лучшим образом его использовал. Он даже откинул большую. Действительно, EGM, вот к вопросу о том, почему мы видим, что против Alliance до сих пор продолжают банить Виспа. Ну вот, почему? Потому что возможности этого героя, они очень велики. Не скажу, что безграничны, но действительно очень-очень велики. Да, бульдожа уже с форстафом, 1200 сверху, Тайтхантер теперь снова ждать от Катревиджа. Блэккингбар появляется у Лоды. Ну он теперь просто мясник, он любого героя может убить, кроме разве что вот ТБ, наверное. Ну потому что мы видели, как по ТБ тяжело наносить урон. Там очень прочный герой. Но опять же, против ТБ пока достаточно вариантов. Манты еще нету. Сейчас Леон апнется до 11-го, палец станет поинтересней. А палец. Он уже апнул 11-й. Палец-пистолет. Палец-пистолет, да. Виталити бустер. Интересно, что будет делать СФО, будет Виталити бустер. Октарин, наверное. Тем временем на миде у нас Урс прыгает, ТБ, Рефлекшн. Тоже, кстати, неприятная штука. Но не так больно пробивает сам Рефлекшн. Скорее, то, что замедляет. Замедление, да, самое главное там. И можно идти по топу. Экзорцизм будет через 10 секунд. Т2 можно спокойно ронять. Фортификейшн есть у Virtus.pro, но они будут классить, мне кажется, встает на хайграунд. Все-таки против экзорцизма всегда надо аккуратничать. Так, на ходят Аки. Аки сбивают Блинк. Аки дают стан, но рядышком бульдог. Форстапает Аки. Аки продолжают бить круги. Пошел релокейт. Очень больно Ноуфиру. Ноуфира пробивает. Ноуфир слапается. Минус Ноуфир. Алоха использовал свой метаморфоз, бежит за ним Урсу. Урс Аегис все еще имеется. В этот момент напали на Года. Год после байбека. Год умирает. 67 секунд его не будет. Ну это печально на самом деле. И ПНГ убегает отсюда. Это еще не все, потому что продолжается у нас по... И Алоха здесь все еще бежит за ним Бэтрайдер. Рефлекшн. Бэтрайдер, по-моему, перебоковал, но здесь же Урса свапается по КП, но Виз подхиливает. Алох сможет ли убежать? Вот замедление, попытка сделать тип-аут. Хороший ревейдж. Алоха. Флеймбрейк успели скастовать, поэтому Алоха здесь погибает. А Лода все еще живет. И у него все еще есть Аегис. Да, вот это просто. Это минус 4. Это минус 4 от Alliance без потерь. Ну, классная драка. Все сделали отлично, все использовали и БКБшку, и Аегис все еще сохранился. Можно сейчас бить барак. Год в таверне сидит очень-очень долго, потому что он байбекался в прошлой драке. Но барак не получится побить, потому что нет экзорцизма. Скорее заберут максимум счет Т2 на топе. Тоже неплохо. Тоже неплохо, да, лишние деньги. Опять же, Урс уже 2500 на руках, Леон с Даггером и 1000. У ЕГМа все хорошо, у Рна зарядами, есть рейндроп, 1800 на руках также, так что действительно все неплохо у Alliance, преимущество около 7500. Да, шведы близки к тому, чтобы прервать вот этот вот стрик команды Virtus.pro, хорошее преимущество у них имеется. Родофотос появляется у Death Prophet, это, кстати, очень классный такой инициаторский артефакт на ранней стадии, если ты рано получил преимущество. Virtus.pro выходит в неожиданный смог, но у них нет реведжа, и это очень рискованно сейчас. Бульдог. У них еще и формы нет, так что... Бульдог. Свапают его. Бульдог пытается улететь. Сайленс нет. Слишком много дэмэджа. Бульдога нашли. Ну, за смоук. Убили бульдожа. Это нормально для Alliance. То есть никакого-то колоссального переворота нет. Я бы сказал плюс-минус для той и другой команды. У ВП не было их ключевых ультов, и они нашли не саппорта, а все-таки хардлейнера. С другой стороны, у Alliance, ну, тоже как бы не самого ценного героя они отдали. Более-менее. Ну, как мы видим по графикам, это особо не повлияло на игру. Лоды заходят на вражеских эншентов, хотят снять последнюю вышку. 15 левел у СФО. Возможно, стычка будет у Урса. Хотела сгрызть Года, Год спрятался, пошел клэп, есть даггераут, пошел кекс, ПНГ получает палец, будет и подкоп, пошел свап. Экзорцизм есть. Ой, какой стан по двоим и начинает высасывать КП СФО. Сандер использует, но СФО поднимает себя в воздух, отхиливается очень неплохо. ФНГ сгрызают. Уже СФО все еще жив, нет, забирают СФО. Минус винга. Пока что 2 в 1, но Баншу удалось стереть. Убегает Лода, стан по иллюзиям. Упала тем временем вышка. Аккуратнее надо быть, потому что Рэвид сейчас откатится через 8 секунд. Год здесь, пошел Лода, сгрызает Йоху. Йоху через секунду сможет встануть Года. Года нашли. Надо кставать ревейт, не будет ревейтера. И притащили сюда еще и Алоха. Алоха погибает, минус 4 снова от Alliance на одну баншу. Но опять не было ревейджа.
Файти и бежит дальше. Бежит дальше за Йоку. Йоку. Очень больно Йоку. Реведж имеется, но стоит ли его давать сейчас? Да, Егис заканчивается, и в этот момент Лода убивает Йоку. Сразу оказывается около Тир-3 Тавера. Не знаю, это очень серьезная заявка сейчас на победу. Байбек от Тайдхантера. Ну, надо ждать байбека от ТБ, а у него 80 секунд нет формы, поэтому нечего бояться. Вообще нечего бояться. На БКБ через 16 секунд откатит. Башер, кстати, у Лоды работает очень неплохо, как мы видим. 2500 на руках. Виз покупает себе аркан-ботинки. Интересный выбор. Может быть, для каких-то грейвзов. Хотя, где мека? Ну, вот такой вот необычный вариант. Просто, чтобы у всех было очень-очень много маны. Аки добивает себе. У него уже глиммер есть, на самом деле. У него вообще все замечательно. Он теперь может и баншу где-то засейвить. От того же Сандера. Ну да. И Венвис дает возможность скрыться, и при этом, опять же, дает тебе возможность какой-то магический урон заэвейдить. Хороший артефакт. Очень богатые суппорты. 5600 висп, 6200 Леон на 3800 и 4000 вич-доктор Венга. Инвокер отстал от Банши, от Бетрайдера. Тайдхантер чуть просел. Ну и Урса, она имеет на 5000 золота больше. И 16 уровень есть уже. Посмотрим, как сейчас ВП будут отвечать. Реведж они сохранили. Хотя, я думаю, сами этому не очень рады, потому что вот откати он чуть пораньше или чуть попозже начнется драка. Ну вот он, пожалуйста, графики. Грозные. Alliance чуть прижимаются к своей базе. Ага, Висп купил уже и Меку, и Арканы, и до Грейвзов остается тем самым не так долго. Очень хороший артефакт, опять же, при наличии Сандера ты можешь моментально отхилить своего кор-героя, которого он завязал, этот Сандер. Если вообще такая возможность представится, потому что, ну, если Урса жмет БКБ, у нее проходит несколько баш, и она может не дать такой возможности. Ну, там лассо есть, которое надо как-то еще засейвить вингой. Хотя там еще ревейдж есть, поэтому какие-то подсейвы есть. Не так просто террорблейда сейчас быстро убить. Да, я думаю, что с вероятностью там 80% он заюзает Сандер. Но, как мы видим, это не панацея, все равно слишком тяжело. Если Урса под ультом, ее даже с 20% хп под виспом развалить очень тяжело, и она успевает отхилиться. Еще и Абиссалблейд появляется, ну, теперь еще труднее. Да, вот теперь уже к 80% я вернуться не готов, когда появляется Abyssal. Ну, пока что обе команды фармят. Alliance не спешат развивать свое преимущество. Выжидают. Опять же, все кулдауны есть, и торопиться им некуда. Тем более, что очень-очень скоро может появиться Рошан. Буквально 3 минуты до него осталось. ВП в атакующей позиции. Урса стоит. Урса стоит первый, будет ли на него прыгать? Сватка, скорее всего, будет. Лоду сватнули. Ультимейт прожал, его никак не пробить. Никто не будет вставать ревать. То, что он в Блэкин Баре пошел в клэп. А Локу пытается за фокусник. А Локу третий тайм лучше нет, не успевает он сватнуть на КП. Летит бульдожа. Будет ли флеймбрейк? Присосались. ПНГ убивают. Дезвард, конечно, стоял, никак не помогает команде Virtus.pro. Продолжается погоня за годом. Ну, там Вижена по нему нет, а вот Вижен по Йоку имеется. Никакого даггераута здесь, понятное дело, не будет. Ой, как же больно Йоку. Йоку погибает. Ну, что я могу сказать? СФО просто настоящий царь, потому что этот Silence на Тайдхантера в момент, когда, казалось бы, Ревидж можно заюзать, он зарешал очень-очень много. И Лода бежит дальше. Лода бежит за годом. Да, они просто хотят зайти на хайграунд, на самом деле. Они не хотят кого-то еще убивать. Экзорцизм, конечно, уже заканчивается, но и без него вышку можно поковырять. Торнадо. Ворачивается от Торнадо. Abyssal не в кулдауне у Лоды, поэтому Году нужно играть аккуратно. Заходит на ХГ, экзорцизма, понятное дело, нет, но преимущество вырастает еще сильнее. Да, немножко не повезло Alliance, что Рошан не успел появиться. Они, конечно, хотели забрать Рошана, потому что сторону они снести не успевают. С другой стороны, Тайдхантер не будет еще целых 30 секунд. Рефлекшн, минус иллюзии, Лода продолжает грызть тавер, минус тавер. Хотя бы тавер забрали. Хотя бы забрали тавер, для них уже неплохо. То, что на хайграунд надо сходить с экзорцизмом определенно, тогда там все посыпется моментально. Но... пока мы видим, экзорцизм уходит на файты. Да, и Рошан. Викторинку надо собрать. Купил себе какой-то рецептик. Непонятно. Непонятно, что там собирает у нас товарищ СФО. Смотрим на графики. 14 тысяч преимущества. Да, отличные драки пока что удаются. Очень классный сайленс. Здесь Тайдхантеру, может быть, стоит задуматься о каком-то блэк-кинг-баре или... или даже, наверное, о грейвзах, которые сбивают этот Silence. И он о них задумался.
Но только деньги он потратил на что-то другое. Подумал, неплохо было бы купить грифсы и купил себе что-то. Ничего я не вижу, куда он потратил эти деньги. Или у него их не было. Нет, вроде были только что. Лода в опасной позиции находится сейчас ВП. Зачекали Рошана. Лода знает то, что Рошан есть. Все, понимают, где находится, и спокойно Лода отсюда уйдет. Ну, пустычка будет. Фэн, no fear. Свапнуть бы кого-нибудь. Надо свапать Лоду. Гаш не достает. Все, Альянс отступит. Форма проюзана, они это прекрасно видели. И пока под формой ВП. Ну, Рошан. Рошан, но в узкий надо проход. Надо идти драться на Рошана. Не хотят отдавать. Бэтрайдер запрыгнул под БКБ, а пошел Клэш, Нолфира пытаются зафокусить, Нолфира сфокусили, свапов никаких не будет, Тейлов тоже, Волоху присосались, уходит на форстапе, моментальный текст, подкоп, хороший рэвэч от Йоку по троим, Анчер Смэш, ЕГ погибает от Эсварда, тут же сметается ФНГ, Йоку пытается уйти, куда ты с подводной лодки денешься, байбек от Виспа, он уже снова тут, в живых только инвокер, заход Рошана. Ну, хорошо, фактически это ГГ, потому что один байбек Виспа использовали Лайон, который на всякий случай вернулся в драку, но уже видно, насколько большое у них преимущество. Просто их нечем убивать. Все слишком хорошо. Год тут пытается торнадо развлечь, как-то, может быть, что-то подстилить, но в итоге Аегис достается Урси, Сыр достается Деспрофит. Сейчас можно спокойно идти на хайграунд, потому что ревейджа нет, формы нет. Пили барак не хочу. Да, тяжеловато им будет, конечно, потому что пушеры такие себе. И вот он Лода под виспом, бежит, пытается ЕМП. Немного маны выжгли. Начинает пилить барак, фортификейшн нет. Хотя вот с крипами-то неплохо бараки падают. Уходит, блин, торнадо, сейчас будут касочки. 6 секунд до появления Тайтхантера, но Ревеш, само собой, в кулдауне еще долгое время. Экзорцизм также 70 секунд, ну а Аегис, Сыр, все имеется. Ну и Лайонс аккуратненько отходит все вместе, потому что на вражеской базе драться не очень приятно. По-моему, они сейчас вернутся, если честно. Да, я думаю, что они вернутся. Ну, Бэтрайдер есть лассо. Почему бы и нет? Какого-то года надо прыгать, но там тут же сва будет. Нет, все. Рисует план, да. СФО нарисовал хитрый план. Все очень просто, ждем, когда откатит ультимейт, несмотря на ревич, несмотря на сильные какие-то спылы у соперника, мы уже гораздо сильнее, мы просто заходим и убиваем. СФО сдувает крипчиков, Октарин будет скоро готов. Один раз Alliance стоит подраться где-то под хайграундом у Virtus.pro, и все закончится. 11.06 у Лоды. Вот это он взбесился на своем месте. А у тебя как там предикшены, все хорошо? У меня пока что 4 из 4. А у меня будет топовый неудачник. Интересно, за это что-то дают? Ну, типа, Дота сжалится надо мной, типа, неувязок года. Команку какой-нибудь, знаешь, там... Ногу дырявую на... шляпу. Ногу на вивер, вот это из первых, которые там были. Дырявую шляпу. Ну, не, дырявая шляпа, я думаю, как по логике вот этих вот шмоток, она бы, наоборот, слишком дорого стоила. Ну, которую нельзя продать. Просто пусть будет у тебя. Да? И одеть тоже нельзя, потому что ты неудачник. Она как бы у тебя есть, но... Шляпу на питлорда. Да. Ну, кстати, это очень дорогой айтем, как по мне. Ну да, скоро, кстати, заход на хайграунд, экзорцизм есть, торнадо попадает только по Урсе, Лода отбегает, Висп помогает ему тизером, съели крипчиков. Так может экзорцизм и... или не хотят Лоду? Сайленс, но не особо интересно, рефлекшн пошел, кулдаун маленький, но только в одну баншу попало, этого, конечно, очень-очень мало. Лод будет просто заходить, постепенно грызть вышку, на миде тем временем крипы заходят, Лода идет дальше, уходит с блинка. Разводит, продолжает. Экзорцизм пока что не тратят. Не хотят тратить его не на файт. То есть, ну, бараки да. Бараками, а драку надо выиграть. Если выиграть драку, то это фактически good game, потому что уже ты на вражеской базе, ты снес одну сторону, ты и так сильно впереди. Соперника тут аутов практически нету. Если же снести бараки, то еще ВП, я думаю, посопротивляются. Две минуты до конца Аегиса. Еще достаточно времени вполне. И вот как раз крипы заходят на центральную линию, начинают ломать колодцы. Именно это ждали. Лайонс, прыжок на года. Года очень больно. Пошел свап. Урса. Пошел экзорцизм. Урса отступает. Лассо в ноуфира. Некому помочь ноуфиру. Очень больно ставится. Десвард неплохо пробивает. Падает у нас Леон. Падает винга. Пока что один в один размен. ЕП сжигает матну. Отличный реверс от Тайтхантера. Есть шанс забрать СФО. СФО поднимает себя в воздух. СФО живет. СФО подкиливает его. Висп. СФО нереально прочный.
Нереально прочный мидер команды Alliance. Reflection, но SCO успел за юзать Сифон. Продолжает раздавать, запрыгивает Лода. Год падает. Остается здесь Алоха. Алоха под сайленсом. Алоха погибает. Из Лода же только выбили Аегис. Да, пытается уйти ФНГ, но куда его тут отпустят? ГГ пишет No Fear, и Alliance все-таки побеждают. Я жду. Я жду без сказаний. Инкоррект. Нет. Почему нет? Я не знаю. Это просто Dota против меня. Alliance. Результ, но... None. А, я не поставил. Нет. Your pick, Alliance, но результ почему-то none. Ну, бывает, знаешь, никто не победил. Dota такая игра, иногда побеждает дружба. Вот тот самый случай. Ну, каково это 3 из 4 постоянно угадывать? Я недоволен, реально. Ну, как так-то? В общем, никто не победил. Топовый аналитик.